Славим гниль в Elden Ring, на связи Чандра Люмина. Здравствуйте. Начинаем с классной комнаты школы и идем куда? К псине. Нет. В смысле нет? Ну, в прямом смысле нет. У нас, хотя можем добежать, у нас просто 36 тысяч, я подумал, может быть, сохранить уровень. Давай мы съедим сейчас руну и повысим уровень. Так, это нажимаем. Все, 13 у нас остается. С этой чертовой дюжиной мы сейчас бежим до собаки, ребят. Сможем ли мы дойти до собаки, в принципе, а уж тем более, сможем ли мы победить эту собаку, я не знаю. Потому что собаки — это вот одни из самых страшных противников в игре. Любые собаки. Какие бы собаки ни были, они все слишком сильные. Вот эти оранжевые собаки, они какие-то чудовища настоящие. Надо спрятаться здесь, чтобы меня не жахнули. Может быть, я успею пробафаться. Все, собака. Здорово, пес. Алый волк Радагона. Славься, гниль. Понятно. Ясно. Славься, гниль. Да, он получил по лицу много. Посмотри, сколько он нам врезал. Но он умер. Благо, у нас много урона. Ну, надо было поныть просто, что он сложный, потому что по факту он реально сложный. Он увернулся от 3 или 4 атак. Это очень много. Тупо уворот. Жесть. Это первый босс на сегодня, но не последний. Далее у нас не босс, но достаточно неприятный товарищ. Блин, этот камень меня будет, конечно, задалбывать, но уничтожить камень очень тяжело. То есть настолько тяжело, что аж невыносимо. Это правда. Там очень далеко надо куда-то. Угу. Настолько далеко, что я реально, кстати, не помню, где. Я лучше выпью и пробафаюсь. Потом мы просто телепортируемся обратно, а потом уже к Роналле пойдем. Корянский рыцарь, Лунагрум. Славься, гниль. Славься, гниль. Славься, гниль. Славься, гниль. Славься, гниль. Это был Жунжуньк на Жунжуньке? Да. Славься, гниль. Славься, гниль. Славься, гниль. Славься, гниль. Славься, гниль. Блин. Щит корянского рыцаря, прекрасно. Возвращаемся в классную... Не в классную комнату, а в зал для плений. Ой, а можно было бы его выкинуть сюда? Можно он было. Он поместился? Да-да-да, ну можно его свалить прям. Нет. Я ронял его уже. Я бы сама, по-моему, быстрее прошла. Так, поехали. Поехали. Роналла полнолунная... Здравствуйте. Пропустить? Я пришел к тебе с приветом. Рассказать, что солнце стало. Вот. Знаниями убивают. Угу. Числятся ли мои вот эти выпады, я не понимаю пока что. Ну что? За то, что мы к ней, ну, не господи, подсосемся, числится. О! Не в этом дело. Даже женщину пробила. Мы и так собирались убивать. Гриманы. Повсегнили? Есть контакт. Бежим. К ней-то мы подсосемся. Славься, гниль. Славься, гниль. Славься, гниль. Самое главное. Славься, гниль. Славься, гниль. Славься, гниль. Боль, да? Да. Еще боль. Это собаки. Собаки. Сутулые. Да, неприятные собаки.
Они быстро бегают. Очень. Все, она начала кастовать магию. Ого. Да, у нее еще и со смещением. Аж два луча. Да. Повсегни. Достану? Не достану. Ищейка! О, все. Смерть? Да. С вероятностью почти 100%, к сожалению, да. Не хотела, не жаль. Нас будет спрашивать, да? Да. Славься, гниль. Пошла. Да куда ты идешь-то? Она еще и в луну. Все, не повезло. Да. Славься, гниль. Вообще не пробиваю опять ее. Опять волки. Славься, гниль. Умереть она не хочет? Сигниль. Хочет. Но кто умрет? Я умру ли или она умрет? Скажите, что она умерла. Скажите, что она умерла, пожалуйста. Нет? Я не буду ничего нажимать. Она не умерла, она зараза. Не умерла, денег не дали. Ах ты ж псина. Ладно, еще раз. Фотка номер следующая. Да куда? Ясно. Слався, гниль. Это надо, насколько не повезло. Это единственная атака, которая нам сейчас помешала. Ни одна другая не помешала, вот представляешь? Ни одна. Ужас какой. Мана закончилась, серьезно? В тот самый момент, когда я стрелял? Да. Это обидно. Это невероятно обидно. Так, Ренала, не выделывайся. Славься, гниль! Вослав, гниль. Славься, гниль. Все, она вослав, гниль. Славься, гниль. Славься, гниль. Славься, гниль. Славься, гниль. Она так долго умирает? Очень. Слушай. Воспоминания Эленали Полнолунной и Великой Руны Нерожденных. Это, конечно, прекрасно, но это жопа. Мы бы 10 раз уже умерли. Да. Перед тем, как ей умирать. Она неприятная. Очень. Нет, нам не нужно перерождаться в милую кроху. Нас и так устраивает. Быть не милой и вовсе не крохой. Ух. Открываем сундук и находим кольцо темной луны. А вот теперь... Угу. Ты знаешь, что это? Что? Это ключ. К чему? К тому самому. К тому это к чему? То самое место. Которое мы тогда не смогли пройти. То самое. Я именно про него. Вот. Вот там вон была печать. Мы убивали здесь Астеля, и здесь была печать. А-а-а. Да. Понял. И теперь мы можем пройти. Угу. Благодаря кольцу. Угу. А его нужно надевать? Нет, оно просто, видишь, оно сразу открылось. Хорошо. И теперь мы доедем. Знаешь, куда? Куда? К какому? Вот сюда. Та-да-да-дам. Это вершина горы, просто на которую никак иначе ты не попадешь. Именно для этого мы квест Рейнита, собственно, и проходили, потому что в другом случае... Ну, мы бы, скорее всего, все равно его прошли, потому что это моя любимая концовка, она самая красивая. Но в первую очередь для этого. Все, я поняла, чтобы мы убили этих двух боссов, которые... Да, потому что иначе мы бы их, ну, не смогли. Ну, никак не смогли бы. Здесь будет Абдулла, тот самый Абдулла, которого мы прогнали тогда. И здесь будет еще Алекта. Алекта? Алекта, повелительница или предводительница черных ножей. А-а-а. Да. Ужас какой.
Ну, вообще, да, она суровая такая. Так, нам сначала в храм нужно. Этот Женщина, дурачок которая... появился. Дурачок появился, но забей. Нам нужно в храм. Ух, как хитро я хотел. А я могу? А я не я знаю. Смог. Ты смог? Сморг. Смог. Это, конечно, клево. Тут осколки звезда света. В целом их пособирать было бы неплохо. На будущее зачем? Ну, у кого-то квест на звезда цвета. Не, мы его уже провалили. Да? Он же умер. Знаешь, зачем? Осколок звезда света восстанавливает ману. Ой, круто. Ну, то есть, если у нас, например, мана закончится, мы сможем съесть осколок звезда света, он будет нам восстанавливать ману. Поэтому вот мы несколько штук их пособирали, и у нас все хорошо. Все, присели. Так, ну поехали, чё. Раз. Два. Три. На лошади. Втопи. Втопи. Втопил. Где? Абдула! Слався гниль. Слався гниль. Наславляй гниль. Он голову долго опускал. А еще и камера не наводилась. Ужас. Кто-то сомневался, да? Конечно. Во все гниль. Что, могло быть иначе? Все, восславили, да, достаточно восславили, хорошо. Достаточно для него? Но, хотя он неприятный. Ты знаешь, сколько за него дали денег? Сколько? 144 тысячи. Ого. Ага. Там настолько неприятно. Ну, вообще-то да, он сильный. Сейчас мы будем, правда, одного из самых сильных противников в игре убивать. Это не самый сильный. Олекулу? Ну почти. Все, давай его до 89 разгоним и поменяем на холщовый талисман для того, чтобы у нас больше не было бонуса. Хорошо. Смотри, сколько нам нужно. Нам нужно, получается, 47 975, а у нас 31 706. То есть 400 плюс 16, между прочим, тысяч, это много. Да. Но у нас есть. Есть? Да. Руна героя один есть. Так, все, 89. 89 веры. Будем ли мы дальше повышать? Вопрос на самом деле интересный. Какой у нас уровень? У нас уровень 90. То есть мы, по сути, можем уже пройти игру, но мы этого делать не будем. Я все-таки надеюсь, что мы закончим уровни на 150-м, не меньше, а то и больше. Я хочу просто быть еще сильнее. Я переживаю за свою силу. А теперь нам увеличение веры никак не поможет, потому что у нас вера 94, а выпивая вот эту фляжку, у нас становится, знаешь, сколько веры? Сколько? У нас становится вера 99. То есть мы на 5 веру всего повысили. Поэтому этот талисман нам нафиг не нужен. Ну так уж получилось. Мы теперь меняем его на холщовый, то есть даже 4% нам будет все равно выгоднее. Сейчас у нас вера вот 99 так и осталась. Угу. Несмотря на то, что мы поменяли талисман. Значит, это мы хорошо. Тупо плюс урон получим сейчас. Хорошо, надеюсь. На 4%, да, больше урона. Ну, на 3 где-то, потому что вес имеет. Так, я бы... Сейчас, наверное, женился на Ренни. Все, идем дальше вглубь. По-моему, здесь не будет противников. А если и будут, ну ладно. Потом Олекта. Хочу концовку Ренни все-таки сделать. Вот она, Ренни сидит. Ну, это кукла Ренни. Угу. Мы с ней пообщаемся. Кольцо ей наденем на палец. Там окажется душа Ренни. Кольце? В кукле теперь в этом. Ну, по сути, по-моему, в кольце находится. Ну, вот поломанная кукла Ренни, которая убила два пальца. Жесткая такая, что ли? Да, она классная. Но за это она получила огромный откат, правда. Да, не откат. Магический откат за это наполовину. Ну, короче, пострадала очень сильно. Угу. Поэтому теперь у нее нету своего тела. Помнишь, мы видели обгален... А, да. Уголек. Проклятие, которое... Да-да-да. Ну, мы не женились, конечно, на ней, но вот кольцо отдали. Все, она исчезла, и теперь она появится перед нами в своем текущем облике. Кукуськи. На мою любимую концовку проходим. Ну, она у всех любимая, на самом деле. У большинства. Концовка с безумием, правда, клевая. Тоже хороша.
Получили двуручник темной луны. Прекрасно. Главное, вовремя. Пройди пол игры для того, чтобы получить какое-то оружие. Теперь перемещаемся сюда и идем к Олекту. Ну, погнали в узилище. Погнали. Мы не справимся. Почему? Слишком сильный босс. По-моему, за каждый класс, за кого бы мы ни пробовали проходить, этот босс нереально сильный. С первого раза не умирает? Mm-mm, вообще нет. Слався гниль, конечно. Ну, хп-шинок у нее много. И она подвижная. Очень. Вот об этом и речь. Я не знаю, как мы ее будем убивать. Угу. Серьезно, я не знаю. И ее убьем, мы всех убьем. Так, шуршишь как мыши? Ага. А приятного как, аппетита, как кто кушает, конечно, лопает, трапезничает. По-другому никак. Я правда не знаю, как ее убивать. Спався гниль. Спався гниль. Спався гниль. Ну, видишь? Угу. Слався гниль. Вот эти вот окна я помню. У нее есть окна. Но мы скоро будем слабее, намного. У нас бафы закончатся. А потом еще закончится. Плохо. 160, серьезно? Все, что мы смогли. Капля крови, это все, что ты смог сделать? Ну, вообще-то да. Вот она, окно. Идеальное окно просто. Но 960 стали бить. Мало. Маленькая моделька. Что? Моделька маленькая у меня. Да. Еще и Ледувий стреляет. Вовся гниль. Там не Ледувий, а другое оружие, но мы это само заклинание называем Ледувий. Mm-hmm. Слався гниль. Слався гниль. Все гниль. Вот и все. Надо было, наверное, золотой обед здесь применять, но уже поздняк метаться. Слався гниль. Слався гниль. И слався гниль. Вот единственное, что мне могло сейчас навредить, это Ледувия. Единственное. И, конечно же, Ледувия произошла. Не успею, да? Ну, успел, у нас 192 урона, это не урон, конечно. Слався гниль. Слався гниль. Ходи! На, она будет бегать. Слався гниль. Тоже окно такое неплохое. Слався гниль. Нет, не захотел? Ладно. Она может ходить? Иногда. Или у нее день ног? Видимо, день ног. Ходит. Слався гниль. Слався гниль. Слався гниль. Слався гниль. Слався гниль. Просто повезло, что там она была ниже. Вот Ледувии постоянно нужно уворачиваться, потому что Ледувия нас шотает. Слишком далеко она, это опасно. Сыгниль. Слишком близко, это опасно. А можно оптимальное расстояние?
Там далеко это опасно. В смысле? Далеко опасно. Славься гниль. Опасно. Славься гниль. Славься гниль. Чуть-чуть, давай. Славься гниль. Славься гниль. Славьте гниль, чатик. Мало славите. Славься гниль. И славься гниль. Есть. Один из сильнейших боссов в игре повержен. Просто у нее невероятно большое количество здоровья. 96 тысяч до нее дали. Плюсик, да. Она же... Да, она босс. Она босс. Она не босс, она не инвейдер. Кошмар. Инвейдеры красненькие. Да. Ух. Ух. Вермишель еще пойдешь? Если честно, нет желания. Ну, то есть, мне не понравился вермишель. Вообще не понравилось. Так, кто остался еще в этой зоне? Остался кто-то? Или мы закончили? В этой никого. Все? Все закрыли? Если тут все, то да. Это все. Угу, хорошо. Так, а здесь кто? Давай попробуем туда сходить, раз он босс. Нам только от Макара надо тогда подняться, и мы возьмем костер. Так, веру пока повышать не будем. Но что нам тогда повышать? Интеллект? Нет, тоже не хочется. 20 интеллекта нам, в принципе, хватает. Мы много гнили можем наделать. 6 штук, по-моему. Угу. Ты мудрость хотел. Мудрость начать хотел. Начать подготовку к новым талисману. Хотел. Ну, начинай. Мы можем сделать хитрей. Мы можем качать интеллект. А потом, в свое время, перекинуть просто на мудрость. В жопу. Да, в смысле, сразу мудрость качать, все. Сколько не хватает? Интеллект просто нам даст сейчас, что? В моменте, что что-то. Больше маны. А мудрость нам сейчас не даст ничего до, я не знаю, какого значения мудрость. Может, может до 80 мудрости. То есть ближайшие 70 уровней она нам не даст ничего совершенно. Тогда... Поэтому лучше качать интеллект. Интеллект. И там не хватает 3000, по-моему, может чуть больше уже. Да, чуть-чуть не хватает. 3400 не хватает. Сейчас сделаем. Так, и 22 интеллекта. В целом, интеллект, если до 10 оставить, это будет маловато, с одной стороны. С другой стороны, если мы увеличим силу нашу, это будет неплохо. Но нам в любом случае надо будет... Поехали, в общем, на лифте здесь. Поехали, поехали. Там разберемся. Вот лифт. Так, поднялись на плато Альтус, и здесь должен быть костерочек. Там еще говнодракон будет, но он так временно прилетает, прям супер временно. Посмотреть на нас у людей? Вообще-то да. А может быть, мы сможем его? Он хоть и временно, но я не знаю, он именно на время или он по ХП будет. Потому что, по-моему, он все-таки на время. Причем на короткое время, на ультракороткое время, я бы даже сказал. Вот клин Малики специально под него сделан. Одеяние правителя. Давай еще раз. Раз. Попробуем сейчас. Это, кстати, настоящий дракон именно. Ура! Здорово! Привет. Славься гниль. Славься гниль. Славься гниль. Славься гниль. Славься гниль. Славься гниль. Он улетел? Он улетел, он к сожалению. Улетел. Да. Значит, все-таки по здоровью. Но из хороших новостей. Mm-hmm. Мы его нифигово так... Mm-hmm. Побили. Да. Это значит, что у нас будет шанс. Потому что он будет там падать точно так же. Хорошо. Да, это правда неплохо. Так, пока на нас действует баф, я бы дошел до того товарища. Я не помню там второго босса, я тебе серьезно говорю. Я не помню. Я тебе говорю, вот в руинах. Я вижу. И вот тут еще два. Это кто такой? Это Корбей. Ну что, он себе несет? Пока не знаем. Спасибо за элик. Я помню там грот парфюмера. Неужели этот сверху мужичок, он... Я помню здесь того, кто там написан, этот Omen Killer. Mm-hmm. Вот он. Mm-hmm. Но он, вообще говоря, не босс. Не знаю, карта сказала, что он босс. Если это он был. Я пока не знаю. Если он босс, значит, он не должен воскресать, правильно?
По-хорошему, да. Это единственный мужик, который тут видит. Я не помню, есть ли тут еще просто. Ой. Это спуск, но здесь спуск, он... Ой. Короче, это... Здесь не босс находится. Нет. Здесь сундук. На талисман флаконов. Увеличивает мощь флаконов. Что? Да, я помню, и что? Ничего. Вот сюда нам нужно. Здесь вот грот парфюмера. Хорошо, давай тогда... Мечевидные ключи. Так, мечевидные ключи. Два у нас есть. Да есть у нас. Поехали. Воткнули раз, воткнули два. Мечевидный ключ парфюмер сломался. Руины. Парфюмер, я понимаю. А вот... Давай тогда, давай на костер. Я понял, вот катакомбы мне понятны. Там Леонель и Триша будут. Угу. Вот, но здесь... Победка... Хорош, кстати. Хорош. Триша, затащил. Да, Леонель откуда? Этот Леонель? Мисс Беготен Вариор, да, это он. Вот смотри, мы сейчас... Мы присели же? Вроде да. Да, мы присели. Смотри. А, он стоит, видишь? Я не знаю. Я тоже не знаю. Посмотри, есть ли скрины какие-то, потому что я не знаю. Он не может быть боссом. Я не верю. Да это не так. Просто он считается боссом. Но он реально считается. Мы сейчас, ребят, почитали, что даже в вулкановом поместье, мы сначала не знали, но в вулкановом поместье вот это вот стоит у костерика, это тоже оказывается... Оказывается, он тоже босс. Ну, ребят, мы по карте судим. Опять-таки, mm-hmm. исключительно и только по интерактивной карте. Я не я, корова не моя. Тут уж как бы как ни крутите. Но что мы знаем точно, так это то, что вот эти вот ребята круче любого босса. Потому что именно благодаря им-то, собственно, выходят у нас все видосики на канале. Присоединиться к их числу, вступить в семью, а семья это... Главное. Можно по ссылочке в описании под любым видосом, ребят... Под этим видео, под каким-либо еще видео на канале, а их больше 6000 видео, и под любым есть ссылка на Boosty. Переходите и подписывайтесь.